Итак, ребята, мы с вами завершили раздел «Сфера духовной культуры». На сегодняшнем уроке мы подведем итог этому разделу. Заодно мы с вами вспомним, что входит в состав духовной сферы. Женя? Мораль, право, религия, образование, наука и спорт. И спорт. Садись. Каков план сегодняшнего урока? Мы с вами вспомним устно эту тему, затем мы с вами будем выполнять тестовые задания. Понятно? То есть, каковы цели и задачи нашего сегодняшнего урока? Это повторить, обобщить и закрепить знания, которые мы с вами приобрели за это время. Минуты есть?